нас действительно есть что показать, есть чем гордиться. Для любителей путешествовать 2020 год стал настоящим испытанием. Но именно в этом году произошел прорыв в сфере внутреннего туризма. Идет возрождение народных промыслов, а это один из способов изучения и сохранения традиций родного края. Общественная палата, администрация городского округа, Одинцовская торгово-промышленная палата объявили о старте конкурса «Туристический сувенир. Одинцовская земля». Это прекрасное мероприятие, которое будет у нас в нашем округе. И в первую очередь, конечно, оно нам необходимо сейчас для привлечения туристического потока. Это одно из таких событийных мероприятий, которое позволит не только выявить наши таланты, которых у нас очень много в нашей Одинцовской земле, но также сделать такое мероприятие, куда приедут туристы со всего Подмосковья. Конечно, в год наших ремесел это будет очень актуально. Сувенир-игрушка, исторический сувенир, идея сувенира. Главное условие – ваша работа должна соответствовать концепции. Одинцово – это гостеприимный регион безмятежного, размеренного отдыха с богатым культурно-историческим наследием. Одинцовская земля у нас со многим ассоциируется. Да, это и экология, это какие-то наши краснокнижные растения, краснокнижные животные, та же рысь, например. Да, то есть вот не все знают, что именно в Одинцовском районе, в наших лесах проживает лесная рысь. То есть почему бы не сделать, ну это вот как моя, да, супер идея, да, вот рысь, почему Сибирь делает медведя, а нам не сделать рысь, да, очень красивая такая позитивная, или белка, да, то есть потому что наши края, они и историей наполнены, да, но и составляющие экологичную, да, можно не забывать. В рамках подведения итогов конкурса планируется выставка, презентации, мастер-классы, выступления творческих коллективов. В данном конкурсе будем искать площадку для размещения финального этапа по выставке, по грандиозному, наверное, концерту, награждению. Поможем, наверное, и с поиском золотых рук умельцев. Продвижение туризма и промыслов поможет сохранить народное наследие, позволит пополнить музейные экспозиции, а значит, будет способствовать росту общего культурного уровня и эстетического воспитания. В этом организаторы конкурса абсолютно уверены. Евгения Галяева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».